В эти выходные официально можно будет открыть купальный сезон. Синоптики обещают, что температура воды поднимется до 20 градусов. Но если вы не испытываете особо сильного доверия к нижегородским водоемам, то можно составить себе культурную программу. Так, фестиваль короткометражного кино в Орленке начался 29 мая и будет идти до 4 июня. Мы увидим фильмы Европы и США, участников и победителей крупнейших международных смотров. При этом весенняя программа получилась довольно разнообразной по жанрам. Среди семи фильмов есть нуар и экзистенциальная драма, комедия положений и мелодрама. Фильмы проекта будут держать зрителя в напряжении до завершающих титров, так обещают организаторы, и, собственно, нет повода им не поверить. Ну а 31 мая на площади Маркина состоится уже второй кинопоказ в летнем кинотеатре на Рождественской. Прокат пойдет в формате «Немое кино. Живая музыка». В музыкальном сопровождении музыкантов «Стайл Квартет» будут представлены два фильма советского немого кинематографа. Это «Шахматная горячка» и «Разбудите Леночку». Начало в 22 часа. Ну а в традиционных кинотеатрах начинается «Малефисента», которая переосмысливает судьбу злодейки из канонической диснеевской «Спящей красавицы». Важный факт – играет злую королеву божественная Анджелина Джоли. Критики отмечают, что она становится настоящей Софи Лорен нашей эпохи и полностью заполняет собой экран. Но, впрочем, в этот раз в фильм на экран добавлены спецэффекты в огромных количествах. Я тоже одарю ваше дитя. Лишь только солнце ей 16 лет отмерит, она уснет мертвым сном! Экий уродец, мне даже жалко тебя. Занятное создание. Приведи ее ко мне.